Ивановская делегация приняла участие в забеге Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи. Студенты-представители работающей молодежи вышли на дистанции 2017 и 4000 метров. Перед стартом состоялась танцевальная разминка, которая помогла настроиться участникам на нужный лад. Трасса замечательная, фестиваль отличный, вообще все очень здорово, все понравилось, великолепно. Официальный старт забегу дала Тина Канделаки и присоединилась к участникам. Артему Кузьмину даже удалось пообщаться со звездой в прямом смысле на бегу. Целенаправленно, скажем так, выследил Тину. Вот. Она бежала сначала достаточно быстро, догнать ее было трудновато, но потом я ее догнал, и мы с ней пробежали, наверное, минуты полторы вместе. Она действительно очень хорошо бегает, в спортивной форме такая, держит темп. В этот день все участники забега, не сошедшие с дистанции, получили на финише памятные медали. Причем для организаторов было совсем не важно, в каком образе или с какой целью молодежь вышла на старт. Причины две, чтобы принять это участие, даже может быть три. Во-первых, у нас в рабочем крае есть своя эстафета. Во-вторых, этот забег мы с женой посвятили своему сыну. И третье, то, что фестиваль Сочи призывает молодежь действительно заниматься спортом, и мы не могли пропустить это событие. Было очень интересно. И, наверное, никогда еще такого забега я не видел, где бежали бы люди со всей планеты, кроме, наверное, Олимпиады. По словам Александра Гущина, самыми сложными оказались первые 10 метров. Но забег скорее получился праздничным, чем серьезным, соревновательным. Потом вливаешься в поток, бежишь, знакомишься. Я познакомился с парнем из севера, Мироном. Такой замечательный, забавный парень. Спрашиваю, ну что, как дела? Он такой, вот, бегу. Я такой, зачем бежишь? Он такой, за колбасой. Я такой, ого, вот это да. Очень, очень здорово. Бежишь, любуешься видами. Смотришь, наблюдаешь. Все снимают, всем это очень нравится. Бежишь и вливаешься вот в этом весь вот сыр-бор. Вот. Ну, здорово, это очень классно. Настроение участникам акции не омрачили даже большие очереди за личными вещами уже после забега. И ожидания они смогли превратить в праздник. Мария Попова, Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Сочи.